мы всегда стремились идти политическим путем. Всегда слышали, что нет военного решения. Но мы доказали, что это не так. Мы показали на поле битвы, что это не так. Что без военной составляющей эти переговоры бы еще длились еще 30 лет. А что бы происходило до того? Заселение незаконно, это международное преступление, это нарушение Женевской конвенции. К сожалению, никто на это не среагировал. Ни Минская группа, ни Евросоюз, ни ООН. Разрушение исторического наследия Азербайджана, уничтожение наших культурных, исторических, религиозных памятников, изменение топонимов, изменение административных границ наших районов, изменение названий наших гор, рек и городов. То есть еще 30 лет мы должны были бы ждать, а потом бы нам сказали, знаете, ну вот так уже сложилось, ну вы смиритесь с этим. Нам и так это говорили.